развестись и выйти замуж теперь можно в один день. График работы в городском ЗАГСе меняется с февраля. Теперь по субботам можно не только зарегистрировать брак, но и расторгнуть его. В полноценном режиме начинает работать Северодвинский отдел ЗАГС. Начиная с 3 февраля, суббота становится рабочим днем. Теперь со вторника по субботу в рабочие часы отдела можно решить абсолютно любые вопросы. От приема различных заявлений и выдачи дубликатов документов до регистрации и расторжения брака. Выходными днями по-прежнему останутся воскресенье и понедельник. Перерыв на обед в рабочие дни с 13 до 14 часов. Время приема в будни с 9 до 17.30, в субботу с 9 до 16. Также в предпраздничные нерабочие дни время приема уменьшается на час.